Ну что порешали с начальством-то? Ничего порешали, они сказали, идти не будет сейчас. Потому что у них, соответственно, денежная плата идет, то есть заработная плата часов. Они приостанавливают до этого работы, как бы какие-то люди не подневольны, поэтому. Не, ваше-то начальство что сказало? А что начальство сказало? Сказала. Здесь стоят. Просто стоять? Здесь стоять, наблюдать. То есть начальство ваше сказало просто стоять, наблюдать за сносом? За сносом. Просто находиться на данной территории.